Телеканал «Дождь» и брендинговое агентство Mildberry представляют курс лекций Inspiration. Вдохновение. Каждую субботу у нас в гостях известные люди, чей успех заслуживает внимания. Они рассказывают о важном. В эту субботу в 14:00. Оказывается, чтение мыслей занимает не только экстрасенсов, но и серьезных ученых. О новых технологиях, которые позволяют подслушать, что происходит в человеческом мозге, расскажет психофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Александр Каплан в его лекции «Mind Reading» или «Чтение мозга». А в 15:20 займемся разгадкой другой тайны – стволовых клеток. Вместе с заведующим лабораторией генетических основ клеточных технологий Института общей генетики Сергеем Киселевым. В завершении его лекции «На дожде» премьера – документальный фильм «Терра инкогнита» об исследовании стволовых клеток в США. 1 октября в прямом эфире. Лекции «На дожде». Записаться на лекции можно на нашем сайте tvrain.ru и на странице «Дождя» в Фейсбуке.